Congratulations. What does it mean to win here today? Поздравляет он тебя. Что это значит вам выиграть сегодня здесь? Спасибо большое. Для меня это очень важно. Я очень долго шла к этой цели. Это моя, надеюсь, уже будет третья Олимпиада. Я очень счастлива. Все, где у меня не получилось, но здесь я это сделала, поэтому еще нужно будет пройти российский отбор, самое главное. This is very important for her to win it here. It will be the third Olympics for her, and unfortunately, it's not happened in the Szeged in Hungary, but the selection in Russia also she had, but she's really happy. And was it special for her today to race in front of the crowd? Каково для вас это, чтобы ваши болельщики здесь болели для вас? Как это ощущается? Ну, это очень непривычно, потому что в основном мы выступаем за рубежом, и такой поддержки, конечно же, нет. Это немного волнительно, но очень приятно на финише порадовать болельщиков. This is very unexpectedly, not usually. We are all the time competing in other competitions, and it's really strange for her, but it's really a pleasure to winning in the finish and be happy everybody. Congratulations. Thank you very much. Thank you.